И какими судьбами здесь? Я думал, после той страшной катастрофы никого не осталось живых. Знаете, я тоже так считал до недавнего времени. Расскажите, пожалуйста, про то место, откуда вы пришли. И мы основали город, где были условия для жизни, где можно было жить. Надо одного человека отвезти в лес и убить. Что сделать? Вы понимаете, что это задание ни в коем случае не должно быть. Понятно? Новички облажались. Я даже не создал у них я пас этого нового мира. А у нового мира не должно быть богов. У нас нет богов. Мы новые люди, новый мир. А что такое новый мир? Это мир,